Всем привет! Это видео об Изольде Никифоровой, участнице шоу «Пацанки» 4 сезон. Доказательство, что все участницы этого проекта врут. Сразу скажу, Изольда мне понравилась больше других участниц, поэтому было вдвойне неприятно, когда я поняла, что Изольда не такая скрипная, как я думала. Поехали! Помните, придя на проект, Изольда сказала, что ее цель – стать женщиной. Действительно, если посмотреть официальную страницу Изольды в Инстаграме, ВКонтакте, то подумаешь, да, Изольда парень-парнем, сама точно не справится. А если зайти на неофициальную страницу ВКонтакте, которую мне было не так-то сложно найти, то, смотрим. И чем вам не женщина, и еще какая? Тут тоже девушка девушкой. А теперь вспоминаем, как Изольда плакала, когда ее расчесывали. Она говорила, что ее пучок – это святое, что она никогда не распускала волосы. А теперь фокус-покус. Готовы? Я ни в коем случае не хочу сказать, что Изольде не нужна помощь, еще как нужна. Но зачем врать? Я теперь думаю, что слезы были не от боли, а для привлечения внимания. Изя пришла побеждать, а на войне, как известно, все средства хороши. Что еще удалось узнать об Изольде? Изольда училась в 69-й школе в Санкт-Петербурге. Работала менеджером. Возможно, года три назад была учредителем и генеральным директором открытого объединенного общества «Николь», торговала санитарно-техническим оборудованием. Еще есть подозрение, что Изольде не 28, а 38 лет, так как на ее официальной странице в Инстаграме можно увидеть год рождения, и это 1980. Внешне тоже Изольда выглядит старше, чем нам говорят. Что вы думаете об этом? Кому интересна ориентация Изольды? До того, как нашла еще одну страницу Изольды ВКонтакте, думала, что Изи, может быть, девушка, но теперь думаю, что ориентация у Изольды традиционная. На стене неофициальной страницы тысячи фотографий пар, семей, детей. На этом все. Подписывайтесь. До скорого.